Компания «Геомаш» представляет бурильно-крановые машины серии БКМ-300 для рейсового бурения скважин и установки в них опор при строительстве и ремонте телефонно-телеграфных линий и линий электропередач. Серия БКМ-300 может использоваться в промышленном и гражданском строительстве для бурения скважин под свайные фундаменты, столбы ограждений, дорожные знаки и на других работах. Конструкция бурильного оборудования БКМ-350 является базовой и устанавливается на шасси ГАЗ-33081. Возможна установка бурильно-кранового оборудования на ГАЗ-33081 с пятиместной кабиной. Разработан вариант установки БКМ-370 на тракторе «Беларусь-92П». БКМ-370 может выполнять работы по профилированию площадок и мест установки опор. Привод механизмов осуществляется от двигателя транспортной базы через коробку отбора мощности. Бурильно-крановая машина имеет гидравлический привод исполнительных механизмов. Гидропривод обеспечивает легкость и удобство управления рабочими органами, отсутствие быстро изнашиваемых деталей, необходимости их регулярного технического обслуживания и ремонта, при небольших размерах и массе компонентов гидропривода. Для выставления в рабочем положении машина оснащается гидравлическими домкратами, смонтированными в боковых опорах рамы. Домкраты воспринимают нагрузки, возникающие при подъеме лебедкой опор и шнековой буры из скважины в ходе бурения. В транспортном положении бурильная мачта опирается на опорную стойку. Вертикальное положение мачты переводится с помощью гидроцилиндра. Мачта по всей длине имеет вырезы для наблюдения за перемещением бурильной штанги, которая крепится внутри трубы. Рама сварной, усиленной конструкции. В передней части рамы машины смонтирован насосный агрегат, осуществляющий нагнетание рабочей жидкости в гидросистему машины. Нерегулируемый насос обеспечивает работу цилиндра подъема мачты и домкратов, цилиндра подачи бура, лебедки. Регулируемый насос объединен с гидромотором в гидростатическую трансмиссию и обеспечивает подачу рабочей жидкости для привода вращателя. Наличие гидростатической трансмиссии позволяет плавно регулировать частоту вращения и значительно упрощает управление процессом бурения. Бесступенчатое регулирование скорости вращения и подачи бурового инструмента обеспечивает выбор оптимального режима бурения в зависимости от прочности и структуры грунта. Эта особенность выгодно отличает БКМ 300 серии от машин с механической трансмиссией. На нижнем фланце бурильной мачты закреплен вращатель, осуществляющий вращение четырехгранной бурильной штанги, которая передает вращение и возвратно-поступательное движение на буровой инструмент. Подача бурильной штанги гидравлическая. На бурильной мачте крепится лебедка, имеющая гидравлический привод. Грузоподъемность лебедки составляет 2000 кг сил. Для удобства персонала при подъеме на платформу борт машины оборудуется поручнями и подножкой. Пульт управления монтируется в кузове с левой стороны перед сиденьем машиниста. С рабочих палуб, оснащенных ограждениями и трапами, удобно и безопасно обслуживать узлы бурильно-крановой машины. На палубах удобно размещать буровой инструмент. Для выполнения работ в темное время суток БКМ оборудована фарами, смонтированными сзади на корпусе опоры. Одна фара направлена на устье скважины и освещает зону бурения, вторая направлена вверх и освещает бурильную мачту машины и указатель глубины бурения. Для бурения используются сменные лопастные буры. Корпус бура выполнен винтовым, двухзаходным. На нем имеются заслонки, удерживающие сыпучий грунт при выемке буры из скважины. Буровой инструмент через квадратный хвостовик соединяется с нижней частью штанги. Бурильно-крановые машины серии БКМ-300 производят вертикальное и наклонное бурение скважин с шнековыми бурами диаметрами 250, 360, 500, 630 и 800 мм. Гидропривод позволяет выбирать оптимальную частоту вращения бура, максимально до 250 оборотов в минуту, и осевое давление на забой. Максимальное усилие подачи вниз 2450 кг сил и вверх 3200 кг сил для различных категорий грунта в летних и зимних условиях. Большая, чем у других бурильно-крановых машин, частота вращения шпинделя от 5 до 250 оборотов в минуту позволяет эффективно производить очистку шнекового бура от шлама. Максимальный момент силы на шпинделе вращателя составляет не менее 580 кг сил на метр, что является более высоким показателем по сравнению с аналогичными моделями. Это условие позволяет добиться более высокой скорости бурения скважин. Бурение на большом
больших скоростях повышает производительность и эффективность выполняемых работ по сравнению с бурильно-крановыми машинами других производителей. Среднее время бурения скважин диаметром 360-630 мм составляет 5 минут.